Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелло Борис. У нас появилась новая возможность. CryptoHands. Теперь в CryptoHands люди, которые устанавливают себе расширение Trust Wallet, приложение Trust Wallet на свой Android, и они теперь могут оплачивать при помощи вот таких вот кодов. Как это работает? Это будет работать примерно так. Вы отправляете своему знакомому, либо заинтересованному человеку вот этот код, скачиваете у себя в кабинете, и при помощи этого кода человек активируется. Где найти этот код в кабинете? Этот код находится вот в этой вкладке. То есть вы, когда заходите в свой кабинет, если вы уже в CryptoHands, сейчас мы зайдем в панель управления. Вот ваш кабинет. И чтобы человек у вас активировался в команду, вы нажимаете OR-код и копируете этот OR-код, сохраняете картинку как. То есть сейчас я ее сохраню, я уже ее сохранял. И получается так, вы можете распечатать этот OR-код, вы можете просто переслать по социальной сети. И человек, зайдя в Trust Wallet, сканировав этот код при помощи вот данных скринов, я вам сейчас на экране покажу, я делал скрины, он может оплатить регистрацию, активацию своего кабинета. Главное, чтобы у человека на кошельке Trust Wallet был кошелек Ethereum и 0.055 Ethereum. На этом заканчиваю. Мы летим в космос. Если вы с нами, сканируйте код и присоединяйтесь к нашей команде.